Добрый день, друзья! Сегодня готовлю очень нежное куриное филе в изумительном соусе грейви. Нам нужно куриное филе. У меня два филе было, одно покрупнее я разрезала пополам и одно среднее. Специи для курицы немного присыпем с двух сторон. Разогреваем сковороду и добавляем оливковое масло 2-3 столовые ложки. И обжариваем куриное филе с двух сторон по 2-2,5 минуты до легкой румяной корочки. В эту же сковороду добавляем кусочек сливочного масла, грамм 15-20, и 1-2 зубчика чеснока. Если крупный, то одного достаточно, мелкий или средний, можно парочку. Высыпаю сюда муку, 1 столовую ложку, и завариваем муку в масле. Добавляю белое столовое вино. Можно полусухое или сухое. Соль. Любые пряные травы, у меня итальянские. Можно добавить просто орегано, если есть у вас. Черный молотый перец. И немного красного острого перца. И перемешиваем. Завариваем наш соус. Столовую ложку соевого соуса и чайную ложечку меда. Соус практически готов. Он заварился и получился очень густым. Сейчас нам нужно добавить куриный бульон или воду, ориентировочно 70 или 100 мл, чтобы соус получился более жидкой консистенции. И возвращаю сюда куриное филе. Добавляю немного лимона свежего. И свежий розмарин. Можно добавить сухой розмарин. Закрываю крышку и нужно тушить 8-10 минут в зависимости от толщины куриной грудки. На огне меньше среднего. Куриное филе готово. К куриному филе я приготовила брокколи паровые. Поливаем изумительным ароматным соусом и подаем к столу. Вы не поверите, насколько это вкусно. Попробуйте приготовить один раз и будете готовить это блюдо снова и снова. Кто не использует вино в приготовлении блюд, можно заменить полстакана воды и чайная ложка лимонного сока. Добавляем еще сверху немного соуса и наслаждаемся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! До новых встреч, друзья!